Весна для рыбколхоза Шапариевский, время года очень непростое. В этот период происходит зарыбление нагульных прудов рыбопосадочным материалом. Подготавливаются выростные пруды для выращивания товарной рыбой. Пруды для подращивания рыбопосадочного материала. Проводятся рыбоводно-мелиоративные мероприятия. Уже к середине мая можно будет запускать инкубационный цех для получения личинки рыб. Работа на предприятии кипит. Сейчас важный этап – подготовка цеха к инкубации. Он был построен еще в 90-е годы прошлого века. Уникальность его в том, что он самотечный. Это позволяет получать хороший результат при нерестовой кампании, которая начнется при достижении температуры воды около 21 градуса. Ожидается, что это будет в конце апреля, начале мая. В работах по подготовке цеха к инкубации задействованы многие работники предприятия. Независимо от должности, они трудятся в цехе. Вычищают бассейны, вымывают помещения и оборудование для нереста рыбы заводским методом. 2021 год выдался непростым, в том числе и из-за подтопления территорий вследствие продолжительных осадков. Но рыбколхоз успешно справился со всеми трудностями, не снизил объемы производства. Во многом именно благодаря слаженному, дружному труду на прилавок поступает качественная и вкусная рыбка –